Изменения в маршруте автобусов Рязань-Москва произошли во вторник, 22 сентября. Расписание, как говорят руководство Центрального автовокзала, не поменялось. А вот протяженность и, самое главное, продолжительность пути стала более короткой. Связано это с тем, что метро Котельники, она выходит за МКАД. И в результате этого длительность поездки вместо 3 часов, которая была до Выхино, у нас будет составлять порядка 2 часа 10 минут, 2 часа 20 минут. Для рязанцев, конечно, это будет намного удобнее, потому что автобусы будут ходить чаще в связи с тем, что длительность поездки резко сократится. И это будет также находиться около станции метро. Доехал до станции метро и уже едешь туда, куда тебе необходимо. Конечную остановку перенесли от станции метро Выхино к станции Котельники. И теперь большинство автобусных рейсов, курсирующих между столицей и Рязанью, будут останавливаться именно здесь. Время в пути уменьшается. Соответственно, все у нас, пробки основные были у нас на МКАДе. А сейчас, 10-15 минут точно убавилось. То есть Котельники ближе. Удобно нам, да, добираться очень хорошо. Почему? Вроде как удобный маршрут, и вроде как поездка, сама по себе такая хорошая. Удобно, не знаю, нам очень нравится. Новая станция, правильно? То есть новости тоже смотрела, а так только впервые буду ехать. Напомним, что станцию столичного метрополитена Котельники торжественно открыли 21 сентября. Она расположена прямо на границе Москвы и Московской области. Таким образом, выйдя из рейсового автобуса в Котельниках, сразу можно будет сесть на метро. И, следовательно, несколько сократить свое время, чтобы добраться до нужных учреждений в центре столицы.